Массовость, доступность. Люди любого возраста, от самых маленьких до самых зрелых, принимают участие в спортивных мероприятиях, в российских акциях, таких как «Оранжевый мяч», «Кросс нации», «Лыжня России», «Российский азимут», где количество участников, ну, с каждым годом растет. Мы сотрудники «Амур Агроцентр» и решили выставить команду. 4 человека собрали и выставили команду на соревнования. Очень хорошо сложилось. 6-0. Ну, уличный баскетбол, это понятно, да, переводится. Уличный баскетбол играет команда из 3 человек. На площадке находится. Можно 4 человека, один на замену. Игра идет до 11 очков, либо 10 минут, либо до явного преимущества. Преимущество должно быть 5 очков.